сука, 4-летний молодой бог в моей команде. Найс. Ну, ладно, неплохо. Привет, с вами Гетлайт, и знаете, да, в одном из прошлых роликов вы проголосовали, делать ли отдельно ролик по вот такой вот теме, где 4-летний глобал, тыры-пыры, 93% от этого невозможно отказаться. И вот это, собственно, оно. Пацаны, скорее всего, это последний такой ролик именно на моем канале, потому что рубрику придумал именно Совок, ссылка на которого в описании. Если вам это интересно, то... в описании, пожалуйста. Но он начинающий ютубер, много чего не умеет. И самый главный прикол в том, что мы с ним встретимся, вот для вас это будет уже завтра, в Питере, на ВК-фесте. Расскажу много фишек, короче, будет пилить контент. И по поводу этого, да, ВК-фест, Питер. Кому интересно, ссылка на инстаграм в описании, все подробности, истории, местонахождения будут обязательно там. Я только по поводам это говорю, поэтому все. Да и кто и не из Питера, тоже как бы не помешает. Сыграли на высоких званиях, на низких все нормально, все идеально круто. Погнали. Крутые скины падают лишь блогерам? Ты уверен? Ежедневно тысячи наших кейсов окупаются более чем в 15 раз. Даже с кейса за 100 рублей падают ножи и порядка 30 скинов стоимостью 4000 за каждый. А общая окупаемость у нас всегда держится на уровне 80%. Just Case. Крутые скины доступны каждому. Бонус к пополнению по ссылке в описании. Так, а ну давай, сейчас разъебем, блядь, пацанов быстренько. Какого дивана? Отлично. Ого. Да. Ну, главное вот этого убить, ничего. Блядь, я не знаю, типа, есть ли смысл выигрывать эту катку, нам важны реакции. Я видел. Выигрывать будем? Выигрывать это очень. Плохами будете? Пацаны, что за бред, блядь? Где фраги? Я не понял. Совок. 8 левел фейзи-то. Ты что, гонишь? Сейчас все сделаю. Давай. Ну, это, конечно, было интересно. Конечно, я лонг взял, бля. Но если Авик смотрел лонг, и он сейчас на пальме, значит здесь никого нет. Еще один на миду. Лол. Не запукаемся. Не запукаемся. Ладно, сейчас за КТ возьмем раундов 5 и разъебем за тер. А лол даю, блю. Чемка чисто. Яма. Яма сайт. Найс. Красиво, блядь, разыграли. Жестко. Камбэк Израиль. Лола только что обзор на твой Ryzen смотрел. Ебать. Ну это было самонадеянно. Найс. Мидл. Ну ладно, неплохо. Знал бы ты, как я за тебя перевал. Да, это было жестко. Я согласен. Я говорю, берем, ну, 5 раундов уже взяли, это наша катка. Last long. Бля, я первый выстрелил. Энте. Да, пойдем. Все идет по плану, мы взяли 5 раундов. Теперь нужно просто разрывать Б-план. Go back, go back. 2Б. 2Б, отлично. Найс. Найс. Как красиво, жестко мы вынесли. А чё он умирает, собственно? Жив? Чёмка сейчас. Поранчал. Красный. Найс. Вантапс. Какие же вы жесткие. Мы очень жесткие. А, по-моему, бы чисто. А мы не хотим бы. Хотим слить. У нас оранжевый играть начнёт. Очень странный тип. Неплохо. Ничего себе, как он жестко врывается. Нихера себе, тупо ставка на все. КТ. Да, да, да. А я сейчас убиваю. Ну на первом месте. Сидь справа. Ваш шорт. Настрой, настрой. Кикфлип сила. Ставь клантек кикфлип, и будешь силой с нами. Ну все, забираем последний раунд.
Да, конечно, легко. Давайте, пацаны, блядь, выигрывайте. Найс. Красава, разъебал ты получше. Лучше легко. На первом месте я доиграл жестко. Всем спасибо за игру. Давайте. Вам спасибо. Ногой еще одну сейчас даже замутим, что-то прикольное. Найс, клоунфиш, ха-ха. Это я, это клоунфиш, это же программа для смены голоса. It's not clownfish, man. Чего-чего? Блять, ладно, я собрался немного, надо сейчас разъебывать. So funny. Ну, конечно, so funny, это реально, блять, funny. Пойдем найдем крышку. Ух ты, блин. Я. Не, ну пацан, смотрите, технично бегает, стреляет, как носится, как ненормальный. Значит, рай. Сука, у всех звание видно, блядь. Пиздец. Нормально, спасли парня. Ля. А что они такие жесткие, эти кикфлиповцы? Посмотрите, разводят там на выстрелы. Пацаны, это ж я. Один из предводителей. Держи зонтик, тебя обоссали. Согласен. Хорош, разваливает. Красава. Fucking 4 year old young god in my team. Сука, 4-летний молодой бог в моей команде. Nice AK yellow. Thank you, bro. Бля, было бы круто, если бы я убил так. Я не знаю, это бред, потому что я стрелял в стену. А убила не через стену. Ну рыпнись на меня, давай. Я сейчас сожру, бля. Ты видел меня? Какие могут быть сомнения? На. Если ты ничего не стоишь, просто выходишь, убиваешь. Ты... Все, это легко. Ну и что, он свалил? Все. То есть я так напрягся, сидит такой, сука. То это ж ничего не получится. Что-то я потерялся, подставщик. Давай, возвращайся. А откуда он знает все позиции там? Он смог говорить, что делать или что? Не, ну пытается что-то сделать, противостоять как-то. Я думаю, это, конечно, маловероятно, что это возможно. Но тем не менее. Да. Ну это бот, блять. Уже я не знаю, что делать. Так, что дальше? А, долбоеб стоит, крутится, понятно. Еще это... Клантек поставил, это вообще ненормально. Херня. Ну, не работает этот, блядь, скар. Я хочу с ним играть. Не вижу. Тут же не понимаешь, что я в линзах нахуй. Я стараюсь. Это, конечно, нормально был. Ну, симпатично. Можно было бы дать и зарезать, но надо завершать эту кадочку. Гости, следующий матч вместе. Слушай, даже, это даже не школьник, вы понимаете, с ним хотят играть. Видите, как круто. Дело даже не в том, что это не он играет, а в том, что, ну как он общается? Позитив. И на этой ноте мы заканчиваем, да, к сожалению, но просто, ну понимаете, это сложно записывать. Ребенку не всегда удобно, да, находить для взрослых время. Мы там ночью можем, а он нет, он идет спать. Больше таких роликов не будет, это его идея, все остальное вы поняли. Поддержите Совка лайком, меня лайком, подписочками на каналы. А с вами был GetLight. До скорых встреч. Okay.